Всем большой-большой привет. Сегодня я хочу записать небольшое видео про наши летние новинки. Сегодня, конечно, дождь, печаль, грусть, но новинки у нас очень-очень красивые. И хочу я вот сейчас поделиться, рассказать о них немножечко свое первое впечатление. Вот, так что, если что, оставайтесь с нами, задавайте вопросы. Будем рады ответить. Немножечко помиксуем там пряжу, потому что я сама себе задумала связать что-то типа летней кофточки. И пока вот у меня в голове прям такая идея, что бы я такого сделала, но она еще до конца не сформировалась. И поэтому я сейчас хочу просто показать, что у меня в идее и что у нас новенького. И начну я с супер классных новинок. Это вот такая вот пряжа Кати, которая вчера к нам приехала. Начну я, наверное, с великолепной полинезии. Вот такая вот пряжа. Мы работаем с ней первый год. Она уже была, по-моему, в прошлом году, насколько мне известно. Супер классная нитка. Я прям вообще в диком восторге. Вот, сейчас покажу вам цвета. Цвета, сразу говорю, буду не все показывать, покажу там лишь основные, потому что просто тогда очень долго придется записывать. Ну и плюс, наверное, не очень будет интересно смотреть прям просто по мотку. Вот такая вот полинезия, смотрите, 4 цвета. Вот показываю вам, как выглядит. А ниточка прекрасная, она и на майку, и на футболку, и на какой-то джемпер. Также она классно подойдет к какому-то соединению, не знаю, выделить какой-то элемент, пустить какую-то полоску. Вот, причем как в таком вязании, так и в таком вязании будет круто смотреться, ну, на мой взгляд. Сейчас я покажу поближе. Покажу ее вот в этом цвете. Он, смотрите, цвет просто великолепный, с таким фиолетово-зеленым. Я пытаюсь показать поближе, чтобы вы рассмотрели. Здесь нитка такая неровная, неровной крутки получается. Похоже чем-то на Катю Бакема. Сейчас найду здесь кончик. Попробую показать. Вот, вот такая вот ниточка. Она, видите, какая сначала тоненькая идет, потом что-то такое выпирающее из нее. Ну, в общем, красивая. Здесь состав практически натуральный. 56% хлопок, 22% лен, 22% вискоза. Вот, и состоит она из как раз-таки по одной ниточке, здесь вот так вот скручена. Можно вязать как в одну нитку, можно также какой-то нитки соединить, да, вот сегодня, например, прикладывали и получили вот такое сочетание, например, можно взять вот такой коттон линен, это еще одна наша летняя пряжа, кстати, из хорошего такого сегмента, в плане того, что очень хорошая на него цена и хороший расход, вот из таких 5-6 мотков получается такая достаточно большая футболка. Оверсайз, здесь тоже 100% натуральный состав. Получается у нас хлопок 53%, вискоза 33% и 14% лен. Ниточка чуть-чуть потолще, но вот видите, вместе они могут друг друга дополнять. Причем можно сделать как пускать полосками, так и просто вместе вязать, если, допустим, для вас полинезия окажется тонковатой, потому что она действительно такая, ну, не толстая, мягко говоря. Здесь 50 грамм, 165 метров на спице. 3,5-4, ну, смотря как вязать, может быть, очень тонко покажется, возможно, даже и в одну ниточку будет как-то не очень привлекательно, а в две нитки уже особо не будешь вязать такую пряжу, поэтому можно как раз-таки подсоединить к коттон линен, который я показывала, да, вот так, и получится нитка практически тон в тон, то есть там прям много таких, которые совпадают цветов, и будет она потолще, как будто вот второй ниткой. Причем вот эту пряжу коттон линен можно сюда добавить как вторым компонентом любого совершенно цвета, который вам понравится, он будет просто дополнять вот эту палитру цветов, которая в полинезии. Вот, поэтому тут можно творить сколько угодно. Значит, моточек 50 грамм, 420 рублей стоит. Что-то сбилось, все. Сейчас, секунду. Это у меня пропал. Вот, значит, 420 рублей за 50 грамм. Вот, похоже, это ниточка на Катю Богем. Богеме. Вот такая вот
пряжи, это с пенькой тоже, с пенькой. Правильное ударение. В общем, тут получается у нас 76% хлопок и 24% пенька. 50 грамм, 125 метров. Видите, такая здесь круточка. Но здесь уже ниточка потолще немножечко и более... Ну, в общем, она без блеска, да, потому что здесь нет вискозы, а так вот они чем-то даже друг друга, наверное, ну, чем-то похожи друг на друга. Вот эта пряжа у нас 595 рублей за 50 грамм, вот это 420. Но хочу сказать, вот это прям находка за 420 рублей, отличное качество, шикарно она выглядит, просто изумительные цвета. Вот, и из 3-4 мотков у вас получается майка, из 5 мотков уже можно связать футболку, поэтому расход очень неплохой. И само изделие будет прям классно смотреться. Летом прям будете очень довольны вот после того, как свяжете. Тем более это будет очень быстро вязаться, из-за того, что здесь все-таки это не гладкая пряжа, а такая вот скрученная, да, то есть она будет нормально ложиться так на спицы. Вот, цвета можно все у нас на сайте посмотреть. Значит, следующая новинка, которую тоже вчера получили, это такая вот Катя Концепт Элисео. Ниточка тут тоже все цвета теперь в наличии. Сейчас я покажу какой-нибудь самый красивый. Не знаю, на мой взгляд. Вот такой, смотрите, голубой, красный есть, розовый. Ну, в принципе, цветов много. Тут порядка 3-7-8 цветов у нас в наличии, поэтому, думаю, каждый может выбрать себе по вкусу. Смотрите, вот такой зеленый, очень красивый. В чем прелесть этой пряжи? Это, во-первых, 90% хлопка, то есть это натуральная ниточка. Здесь 9% полиэстер, 1% полиамид. Вот, что такое полиэстер и полиамид в этой пряже? Это вот такие вкрапления, не знаю, как сказать, чтобы было видно, вкрапления, значит, люрикса, да, какого-то такого. То есть здесь вот каждую ниточку оплетает, хлопковую ниточку оплетает вот этот полиэстер, и получается, что такой люрикс в своем мерцании, и где-то есть прям вот такие шишечки из люрикса, не знаю, видно, не видно, надеюсь, что видно, вот, в общем, она торчит. Постараюсь сфотографировать попозже получше, чтобы было видно. Вот, смотрите, и сама ниточка тоже такая кудрявенькая. Я вот сейчас уже как раз-таки из нее хочу вязать себе кофточку. Вот уже начала вязать образец. Тоже плохо, и камера, конечно, передает. Очень приятная на ощупь, прям мягкая-мягкая, такая нежная и прям великолепная. В общем, я прям удовольствие получаю, не знаю, тут, наверное, особо не видно. В общем, на спицах 3,5, и хочу эту пряжу смиксовать с еще одной нашей новинкой, которая на прошлой неделе была, вот с такой вот пряжей от Lana Gatta. Хотела, думаю, может быть, пустить полоской, например, вот такую полоску сделать, да, и вот основное полотно связать из Элисео как раз. Это хлопок, он прям очень приятный, похож на Line of the North, который был в прошлом году. Сейчас я покажу, на что похоже. Вот такой вот хлопок был в прошлом году у нас, вернее, он сейчас еще есть в остатках. Вот, он очень приятный, если вы были у нас, наверняка его щупали, он прям такой нежный-нежный, и даже вот с первого взгляда не скажешь, что это хлопок, а на самом деле это хлопок. Единственное, что он немножечко толще, чем Элисео, и здесь получается кручение совершенно другое, здесь прям она вот кудрявенькая, видите, такая волнистая. За счет этого, конечно, петли не ложатся ровно, они немножечко вот такие косые, что ли, я даже не знаю, как это сказать, то есть такие вот как бы, как будто... ведутся, но в целом я думаю, что это какая-то фишка будет изделия именно в таком, в такой крутке. Вот, и что я хотела сказать, значит, можно скомбинировать эту Элисео с Санремо, например. Да, это в прошлом раз, на прошлой неделе я показывала. Такая вот пряжа, которая напоминает чем-то кожу какую-то, не знаю, в общем, вот так, если посмотреть, это как будто прям кожа, правда, вот, то есть вы так первый раз вот смотрите, она прям имитирует такую эко-кожу, я не знаю, в общем, сейчас вот здесь, да, вот такой золотой еще цвет. Это, кстати, натуральная тоже пряжа, ну, практически, я имею в виду не полиэстер, это вискоза 88%, нейлон 8 и 4 металлик, то есть 88 это все-таки вискоза, а не какой-то полиамид полиэстер.
Вот, поэтому можно как раз-таки взять вот такую вот пряжу и Элисео, и их вместе скомбинировать. И будет получается у вас полосочка такая, ну там уже по желанию. Или можно, например, низ связать, допустим, из вот этой пряжи, там верх из этой, ну тут уже на вкус и цвет. Также, кстати, вот эту пряжу можно скомбинировать с пайетками. Мне так кажется. Вот, например, с мелкими от Лана Гата, которые, я думаю, что они бы хорошо подошли. Из-за того, что ниточка вот такая вот крученая, как раз-таки пайетки бы там хорошо вписались. И вот эта ниточка, на которой находятся пайетки, они просто бы, она бы стала второй ниткой вместе с вот этим люрексом. То есть просто единственное, нужно найти пайетки, которые будут в цвет. Возможно, если уж прям совсем говорить, можно даже и вот такие, наверное, применить. Вот, то есть мне кажется, тоже будет классно смотреться, так достаточно нарядно. То есть это можно замиксовать, здесь как раз серебристые пайетки, здесь такой серебристый люрекс будет, в общем, достаточно нарядно. Вот, ну здесь на самом деле от всего, от идеи зависит, как хочется, так и можно вязать, как угодно. В общем, советую тоже обратить внимание, классная пряжа, 440 рублей за моток стоит, 50 грамм. 50 грамм и 130 метров. Здесь спицы 3,5-4 рекомендую для создания красоты. Вот эта Санремо, она на сайте у нас есть. Там получается тоже 390 рублей, 50 грамм, но 75 метров. То есть она такая поплотнее, потолще получается. Здесь спицы пятерку вообще рекомендуют. Ну вот, кстати, если их миксовать, единственное, что по толщине будут отличаться. Ну не знаю, может быть, я даже рискну попробовать и потом покажу, что у меня там получится. Вот. Так, теперь перейду к более классическим вариантам. Это у нас хлопок. Вот такой был на прошлой неделе. Я показывала. Может быть, видели, не видели. Еще раз покажу. Хлопок классический. Вот такой. Он, ну, в плане классический, именно по толщине. 50 грамм 100 метров. Натуральный хлопок, просто 100% хлопок, очень мягкий, приятный, он похож чем-то по на мериносовую пряжу, по тому, как ложатся петли, вот. И стоит моточек 225 рублей, 50 грамм здесь. Вот, цветов у нас порядка 15, поэтому можете на сайте выбрать, посмотреть, какой вам больше придется по душе. Здесь розовые, фиолетовые, желтые, в общем, всякие разные цвета, очень красивые окрасы. На майку можно, на футболку, вот, тоже на что-то такое летнее, на повязку, я так думаю. Ну, в общем, на что хотите, как говорится. Вот, и вот образец, это из мотка, это меньше, чем моток, на самом деле, потому что уже там просто времени не было довязывать, вот. Вот видите, как хорошо держатся узоры, просто хотелось попробовать как раз именно узоры, поэтому если что-то такое рельефное, резинкой, или же там просто с каким-то узором, то как раз вот эта пряжа прекрасно будет... Прекрасно подойдет. Вот так вот поближе выглядит. Спицы здесь, по-моему, 3 рекомендуют. 3,5-4, опять-таки, спицы. Вот. Это хлопок, по-моему, он как-то даже египетский. Хлопок мака это считается. Вот. На ощупь прям очень-очень приятный. Так, потом покажу вам еще ниточки вот такие. Это у нас Едифра. Тоже хлопок. Хлопок Гедифра. Здесь не только хлопок в составе, сейчас я вам скажу. Здесь получается 88 хлопка. Еще здесь 10 лен, 1% полиэстер, 1 нейлон. Вот такая неровная круточка тоже. Здесь типа шнурка такая пряжа с вкраплениями. Вот ближе, если посмотреть, вот так вот она выглядит. Тоже классно, мне кажется, будет смотреться. Здесь, конечно, не нужно ее ни с чем комбинировать. Она самодостаточная будет и самостоятельно. То есть вот такие цвета. 50 грамм здесь, 120 метров. И здесь получается... Я скажу, какие спицы рекомендует производитель. Спицы номер 4. Вот, и на джемпер пишут, что размера М 400 грамм нужно, то есть 10, сколько? 400 грамм, 50, 8 моточков нужно вот таких на джемпер размера М. Ну, каждый цвет красивый, на самом деле, это фирма, которая уже давно все зарекомендовала, поэтому здесь сомневаться в качестве вообще не приходится, 100% прям изделие будет бомба. Вот, цвета тоже все очень-очень приятные, кстати, с
сразу хочу показать, что к этой пряже можно связать и носочки. Вот такая вот хлопковая пряжа носочная. Здесь у нас 90% хлопок, 10% плистер. 100 грамм, 330 метров. И вот как раз на 46 размер нужен один вот такой моток. Два носка получится с мотка. Спицы 2,5-3. Советую. Здесь тоже такая вот интересная структура у ниточки. Есть, кстати, еще синенький вариант, тоже как раз-таки к кофточке подходит. Вот. Потом еще есть вот такой белый вариант. Сейчас покажу. А, ну вот, мне, собственно, взял такой вот. Цвет уже более спокойный. Еще есть розовый. Розовый, кстати, тоже подходит к вот этой вот к розовой кофточке. Ну, в общем, вся палитра такая между собой хорошо сочетается. Так. Вот, и еще у нас какая новиночка была. Это шелк. Ну, шелк на самом деле такое дело, мне кажется, демисезонное, потому что можно кофточки из шелка, или не кофточки, там, а, допустим, платки или какие-то палантины, и летом, ой, весной, господи, осенью носить, поэтому здесь не обязательно это на лето, но, тем не менее, это наша новинка, поэтому я покажу. Это буретный шелк 100%, здесь 50 грамм, получается, 165 метров, на изделие размера М, опять-таки, здесь 9 мотков, вот, спицы 2,5-3 советуют. Классная тоже такая ниточка, прямо она очень мягкая, хотя так с виду и не скажешь. Здесь прекрасные тоже цвета, вот, поэтому посмотрите, тоже на сайте все это дело есть. Очень красивая такая, прямо она нежная-нежная, можно и комбинировать, можно и в одну ниточку вязать, ну, в общем, там как угодно. Так, вот, еще покажу вам лен хлопком. Тоже это Катя. Катя Линен. Это вообще классика бренда Катя. Они вообще очень давно выпускают эту пряжу. Здесь вообще состав прям классический. 53% хлопок и 47% лен. То есть получается фактически 50 на 50 ниточка такая. Достаточно плотная крутка. Вот, такая очень, она немножечко грубоватая на ощупь, конечно, не могу ничего сказать, то есть это не вот эта Элизео, которую я вам показывала, то есть вот это прям мягкая-мягкая, вообще просто великолепная, а это вот такая более грубая, но здесь и лен 50%, поэтому, ну, к сожалению, такая фишка, наверное, пряжа со льном, но это натуральный вообще состав 100%, то есть здесь никаких вообще ни полистеров, ни полиамидов, ничего нету, и вот такой 50-граммовый моток 415 рублей стоит. Здесь можно как спицами, так и крючком вязать. Крючок это троечка, а спицы 3,5-4. И на изделие размера 42 8 где-то мотков уйдет. Вот. Еще, кстати, классная пряжа от Кати тоже. Это вот такая плума. Это у нас уже она была. Вот просто, наверное, может, показывала уже. Вот, смотрите, похоже на шерсть чем-то. Так, с виду, да, на самом деле это хлопок. Такой кудрявенький, вот просто, что называется, на кофточку любого фасона, любыми спицами, как говорится, потому что здесь она лохматая, и всех неровностей, недочетов вообще не будет видно. Это, что называется, просто пряжа для расслабления, сел и вяжи себе. Ну, она, конечно, и на пледы подойдет, но, в принципе, и на кофту. И здесь хороший расход. Обычно вот таких шнурков мало нужно ниточек для того, чтобы связать полноценную кофту. И вот здесь на разделе размера 42 5 мотков уйдет. Спицы 4,5-5. Называется Катя Плума. Тоже на сайте у нас есть. Здесь, по-моему, моток стоит 565 рублей, если я не ошибаюсь. Но, по-моему, какая-то такая цена. Вот. Потом еще что? Еще у нас есть ниточки, которые вискоза лен. Вот такие. Эти уже прям спокойные палитра. Классическая здесь, в принципе, крутка. Достаточно толстая ниточка. Здесь 70% вискоза, 30% лен. Такое вот сочетание получается. Она немножечко такая с блеском, но в то же время приглушенная. Лен здесь вообще не чувствуется. То есть он такой мягкий моточек и никакой не жесткий. Вот на кофточку здесь написано 650 грамм с рукавами. Но тут тоже, если футболка, то меньше понадобится. 650 грамм, и получается 11 мотков. Вот, 50 грамм, 93 метров, это на
побольше спицы уже, получается, пойдет на спицы 3-3,5, или крючок 3,25-4. Вот такой вот разбег. Вот. Все, больше не буду вам пока ничего показывать. Еще у нас есть большой выбор на нашем сайте. Можете посмотреть и просто повыбирать и придумать себе какое-нибудь летнее изделие, несмотря на то, что сейчас дождь. Все, пока!